Бедная балерина. Ну, это не балерина сейчас, это какой-то бельчонок. Балерина вон она там ползает. Дал ей шишку сейчас. Ага. За балериной погналась маленькая девочка. Сколько ей там? Три года, по-моему. 3 года, да. И она эту шишку бросила. Несчастная. И тут такому случится, что мимо проходила случайно копия. Копию проходила. А это, кстати, рыжий. Случайно. Рыжий. На голове сидеть нельзя, синица. Вот она сейчас, бедная балерина, ищет свою шишку. А где, говорит, шишка? Я, говорит, это кто такой тут? Кто это тут ползает, а? Вот она, балерина. Я, говорит, давай вторую. А главная балерина сейчас тоже испортилась. Очень она испортилась сейчас. Хочу, говорит, только шишки. Рыжий тут, балерина. Балерина, ну придется дать ей шишечку. Придется дать ей. А что делать? Все-таки она своя все-таки. Рыжий, тебе рано еще шишки давать. А что ты рыжий? Балерина, иди сюда. Она боится сюда идти. Она вон ищет шишку все еще. Может, я, говорит, не вижу, и она где-то лежит на дороге здесь. Она не знает, что копия ноги ей приделала. Злодейка какая, а? Бельчонок все. Арбузик все, говорит. Он и так и с этой стороны, и с этой. Злодей какой. Рыжий молодец, прибежал. Я модели очень много шишек отдал. Модели, там еще белки прибегали. Толстый прибегал. Он толстый, там всего 2 шишечки взяла. Синица. А синица любит прилетать там, где кедровые орешки поели. Они там ищут, да. Может, что осталось вкусного. А я, говорит, все, вон копия бежит. Это самая балерина. Ну, надо и рыжему дать. Ну, а что делать? Я вообще-то берег для ушастика, для копия. Шишечки. Ну, придется раздать, наверное. Балерина. Это убежала, да, все. Синица тут. Иногда остаются в скорлупе, остаются частицы орешков. И синицы все это дело подбирают. Сейчас тут нет ничего. Ну, синица что-то нашла. Балерин, да где? А это у меня бельчата вон. 3 штуки, да. И один в этом сидит. Почему-то люди называют скворечником его. Они сидят. Там белка сидит сейчас. Какая-то злобная. Самое хитрое. Ну-ка. А нет, говорит. Вот какая злодейка, а. Ну что ты вылезла оттуда? Это балерина, кстати. Да ладно, балерина там сидела. Да ладно. А это я, да, балерина, говорит, сидела там. Злодейка какая. А ты вот такое любишь, нет? А я, говорит, такое не люблю вообще. Вообще, говорит, не люблю. Даже не надо предлагать, даже не надо, говорит. Даже не надо.
Ну а что делать? Все, одна шишка осталась. Я или копию отдам, или, может быть, ушастик прибежит. Ну, ушастик вряд ли, он сейчас далеко бегал, я видел его. Может, копия вернется. Не видел я, куда балерина делась. А там кто сидит? А вот она, понесла шишечку. А там какая-то другая белка. Все, она верхами, говорит, верхами уйду. Все.